делая свое дело. А я делаю то, что должен. Придурок. Ты заперт. Чтобы открыть дверь, подай на нее питание.
Thank you.
Я выяснил, что такое синхронизация. Когда Феттелу было лет 10, он внезапно вышел из-под контроля. Проще говоря, взбесился и даже убил нескольких сотрудников. 10-летний пацан. В общем, они выяснили, что между Феттелом и Альмой, лежавшей в коме, была телепатическая связь. Она-то и вызвала приступ безумия. После этого проект свернули.
Его не оставлять! Женщину, которую использовали в источнике, звали Альма, и Феттл ее ищет. Он идет домой. Thank you.
Thank you.
Осторожно! Нужна помощь! Пропадает. Связь может прерваться в любой момент. Осторожнее с Вейдом. Кто знает, на что он еще...